Вот наши помидорочки, которые пересажены в пакеты. Чувствуют себя прекрасно. Здесь на этажерочке у меня перчики хорошо, баклажанчики. Прям вообще хорошо себя чувствуют. Базилик прекрасен. Тут баклажанчики, вон прямо какие молодцы. Кирилл говорит, вялые были, но все хорошо. Котик, ты залил помидоры. Вся вода стоит. Много сильно поливаешь. Укропы что-то здесь не фонтан. Базиличек мой красавчик. Какой бархатцы. Перчики. Так, вон уже цветок какой. Он уже набирает. Скоро помидорки будут. Так, редисочка. Чего ты у меня? Где ты? Когда мы тебя есть-то будем? Ась. Так, температура. Сегодня... Так, 10 утра. Температура 22 градуса. 4 апреля. О, зелень. Укропчик. Так, что-то вот этот укроп не очень. Вот этот вроде хорошо взошел. Вон базилик у меня вылез. Какой красивенький. Так, это у меня кинза. Это кинза. Здесь петрушка, по-моему. Да, петрушка. Что-то петрушка вот, по-моему, только-только начинает вылазить. Так что вот. Так, тут у меня еще притащила я эти, как они называются-то, лилии. От луковиц чешуйки садила. Тут, значит, пропало, остальные вроде как ничего. Кошка еще погрызла.